Ой. Банда пошла к ветеринару. Да? Что? Нет? Какая собачка? Выгнали нас подождать, а то там очередь. И Шарпей там сидит, дрожит, боится, да. Не любит. Пока ждем. Те выйдут, и пойдем мы на очереди. Да, мы же хорошие девочки. И Люксик тоже хороший у нас. Да, Белл! Ой, да, там тоже уж нравится. Такая прям умненько, да? Люблюсь. Сейчас тебе приютку. А ей куда будет? Эти, зря хвостом ты машешь. Сейчас тебе как бабушку сделают. Ну, и все. Уж маленькая, помню, плакала. Приютку делали. Уж прям это он хвостиком машет, да? Да. Гирдыш, куда пошла? Сейчас. Все, уколчик сделали. Страшно не снимали, да? Но не плакали. Да. Не плакали, там не больные прививки. Вон и Люксик. Группа поддержки вся залезла. Как же дружок любимый тоже он. Ну, а то 5 минут их не видал. Полтора часа в лесу тусовался, и вот за 5 секунд. Он тоже на прием прошел. Нет, что белки-то? Что и делать-то? Пока рано ей. Где? Ты куда там проверяет все? Все. Ты можешь мне с ним выйти? Всем все любопытно. Всем до смерти прям... Просто бояться не нужно. Белка, тебе укольчик не сделать? Там, Белочка. Растет как на дрожжах. Вот только маленькая была. За 3 месяца, вот в 3 раза. О, кстати, да, взвесить негде, да, у вас? Нет, у нас только поднять ее. А можно поднять? Если поднять, да, будем поднять. Прямо там, дома весов нету, а хотелось бы узнать, сколько она у нас. Хорошенько. Да. Захвалите нас так. Затем зазнаемся. Да. Что на Ютубе звезды? Это здесь. Ой, здесь сейчас расписаться. Не, где эту белку? Это уж очень. А тут куда-то промаш. Ну как же без вас-то? И куда вы все побежали, ты? А, Герда, все, стой тут. Да держи ты ее, что ты? Тусовка такая. Ничего себе. Иди. На прорыв боится. Что, прям никак не любит? Иди скорее. Иду. А я вот... Не переживай. Сейчас все защищать его пойдут. У вас хроническое, да. Может, покраснение там?
Отит, хронический отит, хронический, ну, это кандидоз. Грибок у вас, видите, сладкий, сильно, ну, сладкий запах такой. А есть какой-нибудь укус? Есть капли у вас в одном ухе. Противоспалит-то я могу сделать, он снимет вам. Ваши дамы. Кого? Да. Но до конца, чтобы... Вот подмышка, учиться, подмышка. Это надо брать капли. Да, есть капли Ауризон, есть Суралан. Мне кажется, цена 750-800. Но они капают один раз в день, за неделю прям вылечат смогу. Без всяких каких-то капли. Он же именно капли, я скажу, что это. Сейчас я, когда сделала вот это сильно. Тот вообще, оно чистое. А вот это сильное. От чего это? Вода могла попасть. Начесал. Да, это хронь, к сожалению, почти хронь. Но это давно у вас очень. И так как ушки постоянно висят, сырой не может сам по себе он. Постоянно влага попадает, но сухрей, вот он идет. Сейчас пойдем дальше. Вот, сейчас сделать это успалить, две капли. Переживает, видишь? Да, Люксик лечит. Да, лечит Люксика вашего. Да, вашего хорошего. Люксик. Все так наблюдают, как же. Да, они такие классные. Сидят тут дружбаны, да, все. Да все такие. Сейчас мы будем знать, где вы деньги прячете. Все заначки будем проверять, да? Давно положила. Ну, так мало. Специально думала, пойдем ну, видите, вы вместе за компанией веселей. Так, смотрите. Есть Ауризон. Вот эти лучше, чем лучше, они капаются один раз в день. Если Суралан два раза в день капаться, то Ауризон один раз в день. И они как основной король, эти 700. Они на 50 рублей дешевле, а вот, да, качество одинаково. Все просто капли, а то ушной, от грибка не сидят, они бывают дешевле. От ушного плеча дешевле. А то у вас от отита дешевле. Нет, нет, у вас запах, кислозапах. Сами чуете, грибок у вас. Все. Ну а что делать-то? Ой, там, и что, собачка, все. Пошлите домой. Что, в магазин нам не надо никуда, Юр? Все. Ну, домой. Все. Все. Пошлите домой. Все. На старт, внимание, марш.